Здравствуйте. Да, привет, дорогой, как ты? Нормально, рад вас слышать. Да, взаимно. У тебя гитару тебе показали? Да, спасибо. Нравится? Очень. Да? Ну, что тебе еще там рассказали? Рассказали правильное положение рук, аккорды. А ты где-то занимался раньше? На гитаре учился? Нет, нигде? А что-то ты умеешь? Или еще нет? Нет. Но хочешь научиться? Да. Да, и тебе нравится творчество Высоцкого, да? Да, Высоцкого и Цоя. А ты в каком месте сейчас живешь? В Рабинском районе, в Подмосковье. Да, там у вас есть рядом какие-то музыкальные школы, что-то, какие-то кружки в Раменском есть, да? Далеко это от того места, где ты живешь? Нет, не очень. Ты хочешь заходить? Да. Вот, ну давай организуем это. Это несложно будет сделать. А мне уже сертификат подарили. Хорошо, я тебя поздравляю. Спасибо. Это подарок нам как раз, наверное, на Новый год, да? Угу. Ну ладно, хорошо. А мама далеко? Нет, рядом. Да и пожалуйста, трубочку. Вот. Алло. Надежда Викторовна, добрый день. Добрый день. Далеко от того места, где вы живете? На, ходить будет ребенку в школу? Нет? Да, там рядом.